Приветствую, друзья! Представляем вашему вниманию новый сверхполезный и перспективный проект и даже целый новый этап в сфере саморазвития и образования на YouTube. Проект, который совершенно точно перевернет ваше представление о качестве, пользе и доступности самообразования. И да, именно сегодня, наконец, начнет происходить то, чего так многие ждали. Наконец, бездушные, озвучивающие роботы от Яндекса и Гугла со своими скрипящими и унылыми голосами перестанут насиловать наши уши. А непрофессионалы и тем более школьники с их записями на полумегапиксельные веб-камеры, с их писклявыми голосами и непонятной кашей, варящейся в их котелках, наконец начнут покидать образовательный YouTube, а скорее всего и весь интернет вообще. Сегодня настало время и возможность реально качественного обучения и самообразования в интернете. Поэтому мы и решились стать во главе революции и первыми собрать большую команду профессиональных дикторов с реально приятными голосами, а главное — сотни хороших писателей, специалистов по разным темам и просто мудрых людей. Вместе мы будем создавать лучшие обучающие материалы, озвучивать информационные статьи, делать выжимки лучших научных, образовательных и художественных книг, различных информационных курсов и вообще бесплатно распространять самые полезные и реально применимые знания интернета на едином видеоканале и сайте. А дальше вас ждут еще и лучшие авторские семинары, интервью и аудиокниги на различные образовательные темы, связанные со здоровьем, спортом, бизнесом, путешествиями, детским и подростковым образованием, изучением языков, различными видами творчества, наукой, психологией, обучением актуальным профессиям и заработку, не выходя из дома, историей, эзотерикой, религией, помогающими жить лайфхаками и многими другими направлениями саморазвития. Теперь, друзья, обучение реально нужным знаниям, которых все больше и которые становятся все более актуальными в нашем стремительно развивающемся мире, станет не только полезным, но еще и более простым, быстрым и увлекательным. Вспомните, как в поиске необходимой информации вы наверняка не раз наталкивались на ужасные роботизированные голоса с неразборчивой дикцией, на отстойное качество видео или, что еще хуже, слишком малое раскрытие заявленной темы, после которого приходилось выискивать нужные знания часами, собирая их по крупицам из разных непроверенных источников, уже давно по уши заваленного мусором интернета, которые в итоге только еще больше запутывают, да и нередко вообще противоречат один другому. Так вот, всем этим мучениям с некачественной подачей материала и пустой трате времени настал конец. Теперь самая качественная озвучка, а главное, самые полные свежие знания на различные темы будут доступными тут, на едином канале саморазвития. И да, вы не ослышались. Именно озвучка, не зря же вы сейчас именно смотрите данное видео, а не читаете где-нибудь в книге или в текстовом виде на просторах интернета. К сожалению или к счастью, но по факту сегодня формат обычного чтения с экрана монитора, как и большинство бумажных книг, уже давно отошел на второй, если не на третий план, особенно по сравнению с качественно озвученными и яркими видео. И действительно, у аудио и видео есть множество преимуществ перед обычным чтением. Вам больше не понадобится носить с собой тяжелые книги и огромные журналы. Вам не нужно постоянно напряженно пялиться в монитор, сажая свое зрение. Теперь вы можете просто смотреть видео даже через смартфон или только слушать, обучаясь всему, чему захотите, например, по дороге на работу, в школу, институт, магазин, находясь на отдыхе за границей или даже для начала во время поездки в общественном транспорте. А еще лучше, после применения этих знаний и в собственном Феррари. Ну а самое главное, что теперь вы можете по своему желанию уменьшить скорость видео для лучшего понимания даже в стандартном плеере YouTube. Или, если материал несложный, то и сильно увеличить, обучаясь максимально быстро, что сэкономит вам множество ценного времени для реализации задуманного. Все это очевидные преимущества аудио и видеоформата, которые по достоинству оценили уже, наверное, все самые продвинутые и успешные молодые люди мира, да и большинство прогрессивных представителей старшего поколения. Хотя мы не спорим, что традиционные книги, учебники, журналы и печатные статьи на сайтах однозначно нужны, но подойдут сегодня все же больше для подарочного варианта друзьям, или когда нужно не спеша изучить сложную информацию со множеством графиков и таблиц.
Поэтому мы тут сделаем для вас подарок. Все наши обучающие видео будут иметь и печатную копию, которую вы сможете найти по ссылке в описании или в первом закрепленном комментарии. И, конечно, в описании под видео вы также найдете так называемый тайм-код, то есть цифры с описанием краткого содержания видео, через которые вы легко сможете попасть в любой интересующий вас раздел всего одним кликом и сэкономить еще больше времени, найдя необходимую информацию даже без надобности просматривать весь ролик до конца. Так что да, в этот раз действительно все в одном. И удобство, и практичность, и качество, и быстрый доступ к нужной информации. Мы реально постараемся сделать все, чтобы вы могли учиться и развиваться максимально быстро и эффективно. А главное, стать на порядок мудрее, счастливее и успешнее большинства людей, которые до сих пор прожигают свою жизнь целыми днями, бездумно залипая в социальных сетях или за просмотром исключительно деградирующего развлекательного видео, причем чаще всего даже во время основной работы. И действительно, мы, как и большинство успешных людей, и тем более бизнесменов, утверждаем, что если вы хотите стать мудрым, реализованным и обеспеченным человеком в условиях современного мира, то вам все же однозначно понадобится больше учиться и усваивать все больше полезной информации в разных сферах деятельности и знаний. А чтобы вы обучались максимально комфортно, эффективно и быстро, мы и создали данный канал и сайт. Причем, естественно, совершенно бесплатным доступом, так как считаем, что большинство, как минимум, базовых знаний должны быть доступны каждому, независимо от его финансовой состоятельности, социального положения, пола, возраста и всего прочего. И только не думайте, что это, как всегда, очередной скучный серый канал, только хорошо озвученный с приятными глазу картинками. Мы, конечно же, в придачу обещаем находить для вас самую актуальную и полезную информацию по разным темам и даже, друзья, эксклюзивно полить для наших подписчиков максимум полезностей, лайфхаков и прочих фишек, которые сейчас содержатся только в платных и сверхдорогих семинарах, коучингах, курсах, конференциях, книгах, MBA и подобных закрытых обучающих программах. Мы действительно считаем, что большая часть проблем этого мира кроется именно в недообразованности, неосознанности и недальновидности большинства людей, а главное, в недостатке настоящей безусловной любви в наших сердцах, а нередко даже и минимуме банальной человеческой доброты, которая, к сожалению, тоже так или иначе начинается во всем том же обыкновенном недостатке правильных знаний и мудрости. Все это так, друзья, и все мы, безусловно, далеко не идеальны, но общими усилиями, а главное, силой мудрости и любви, надеемся, у нас все же получится улучшить ситуацию и сделать сначала самих себя, а затем, по возможности, и весь этот мир как можно лучше. Кстати, наш логотип именно это и символизирует. Это сердце и доброта, вписанное в буддийский круг дзен. Круг открытого, свободного от шаблонов и непредвзятого разума. По сути, единственного средства для любого человека, да и всего человечества, которым можно реально решать проблемы, не создавая при этом их в еще большем количестве. Ну а мудрость и открытый разум, в совокупности с добротой и открытым сердцем вообще, могут творить в этом мире настоящие чудеса. Мы верим, что именно это и есть самая великая формула на Земле, и постараемся всеми силами ее придерживаться, распространяя доброту и мудрость среди окружающих. Естественно, друзья, несмотря на всю уверенность и большие планы, мы также нуждаемся и в вашей помощи, так как самостоятельно создать такой масштабный, качественный и полезный проект действительно невероятно сложно. Это суперэнерго, время и материально затратно, а продавать полезные знания мы бы хотели в самую последнюю очередь, ведь наша мечта, чтобы к ним всегда был свободный доступ у всех желающих обучаться, как к некой качественной видео-википедии в сфере образования и саморазвития.
Поэтому мы будем очень благодарны и рады, если вы сможете помочь. Пусть не материально, хотя мы с большой надеждой все же будем размещать в описании под видео реквизиты и ссылки, по которым можно посодействовать развитию этого важного социального проекта и денежными пожертвованиями, если у вас есть такая возможность. Но в любом случае мы будем признательны за любое ваше одобрение, лайки и поддержку в комментариях. Если вам по душе идея данного проекта и реально вы считаете, что его просто необходимо реализовать для блага людей и особенно подрастающих поколений. Будем рады любому распространению данного видео, если поделитесь им с друзьями в социальных сетях, на сайтах, в группах или ваших YouTube-каналах. Да и вообще любой вашей посильной помощи, в том числе и как авторов полезных печатных материалов на нашем сайте или дикторов по их озвучке, если вы являетесь профессионалом. Вместе мы сила. Друзья, давайте поддерживать друг друга и не бояться делиться с другими правильными знаниями, позитивом и энергией. Тогда вместе мы однозначно сможем изменить этот мир к лучшему. Мы, со своей стороны, например, будем отдавать до 90% доходов от рекламы на этом канале именно авторам полезных материалов и дикторам, чтобы у них было все больше мотивации и заинтересованности делать для вас свою работу все лучше и качественнее, а также чтобы доносить полезные знания до как можно большего количества нуждающихся в этом людей. Именно таким образом мы создаем действительно лучший, самый масштабный, качественный и крайне социально полезный обучающий проект с тысячами полезных видео. Так что любая ваша помощь и поддержка действительно трижды зачтется в вашу карму. Мы на самом деле действительно мегапозитивный коллектив, к которому при желании можно присоединиться в любой момент, если вы обладаете полезными знаниями, ресурсами или навыками, которые могут помочь людям. И мы действительно против любой избранности в знаниях, когда богатые благодаря им постоянно богатеют, а бедные без них с каждым днем становятся все беднее, несчастнее и все более зависимыми. Мы реально хотим дать возможность развиваться каждому, а главное – сделать этот мир добрее и лучше, а окружающих – счастливее и светлее, даже если это не принесет нам ощутимых доходов, так как осознаем, что от этого будет в долгосрочной перспективе лучше вообще всем, в том числе нам самим, а главное – нашим с вами детям, для которых мы однозначно тоже в скором времени подготовим что-нибудь интересное и обучающее. Также в планах постепенно привлечь в проект и самых известных филантропов, инвесторов и предпринимателей, которые поддерживают наши ценности, чтобы продолжить вместе реализовывать эту поистине большую и реально полезную для этого мира миссию как можно быстрее и качественнее. Ну и, конечно, чтобы воплотить все это в реальность, мы всеми силами и всей нашей командой будем стараться проходить, читать и изучать все возможное и невозможное, сколько бы это ни стоило и сколько бы это ни заняло времени, а затем кратко излагать самое полезное из этих знаний, чтобы вы могли обучаться тому, чему сами считаете нужным, экономя и свое время, и силы, и нервы, и деньги одновременно. А для начала этого квантового скачка и реального прорыва в доступном каждому образовании мы уже собрали коллекцию из более чем 2000 полезных статей на большинство базовых тем саморазвития, которые готовил коллектив из более чем нескольких сотен авторов более 7 лет на нашем портале обучения и саморазвития. Плюс с нами уже согласился сотрудничать самый известный и реально лучший диктор и начитчик аудиокниг на тему духовного роста и эзотерики на русскоязычном пространстве Ник Ошо. А это уже более 180 готовых, а главное избранных и суперкачественных аудиокниг, созданных за более чем 10 лет кропотливого труда на благо людям. Теперь, в ближайшее время, мы выложим лучшие из них в аудио- и видеоверсиях на этом YouTube-канале. Ну и, конечно, параллельно с этим сможем делать, в том числе с вашим вниманием и поддержкой, еще на порядок больше, лучше, интереснее, полезнее и качественнее. Мы будем искать еще более профессиональных авторов, чтобы раскрывать по-настоящему экспертно разные обучающие темы и отвечать на самые сложные и важные вопросы. А главное, делать максимально качественную озвучку самой актуальной и полезной информации, доступной в интернете и даже за его пределами. И если, друг, лично тебя заинтересовал этот проект,
то чтобы мы всегда были с тобой на связи, не забудь обязательно подписаться на данный канал от Тамалуку, создателя портала обучения и саморазвития, а также писателя, психолога, спортсмена, финансового аналитика и, конечно, безумного путешественника, подробно снявшего в том числе самое большое и опасное путешествие по Индии в более чем 400 серий. Ну и главное, по-настоящему скандально известного блогера, женившегося на иностранке с противоположного конца земли и даже без стеснения для пользы людям, снявшего полностью натуральное рождение своего ребенка на камеру, в результате чего его дочка Рада стала по факту самым молодым блогером в мире, только появившись на свет. И да, пусть, конечно, их жизнь неоднозначна и даже иногда откровенно безумна для большинства представителей современного общества, из-за чего миллионы зрителей, наблюдающие за ними на их видеоблоге «Путешествий со смыслом», чуть ли не поровну делятся на одобряющих, непонимающих, восхищающихся и даже иногда по-настоящему ненавидящих их за такую простоту, освещение острых социальных проблем, а нередко и даже намеренно утрированную эпатажность. Но, друзья, в любом случае, таких по-настоящему, в позитивном смысле безумных людей вряд ли уже что-то остановит, особенно с их реальным жгучим желанием причинить этому миру максимум пользы и добра. И пусть даже если потребуется, то насильной хитростью, но таки обязательно помочь большинству людей стать действительно мудрыми, любящими, осознанными, успешными и счастливыми представителями общества. Именно поэтому, друзья, в ближайшее время вы таки сможете увидеть на данном канале тысячи качественных обучающих видео, все обещанное, и даже надеемся на порядок больше, так как по-настоящему верно по этому поводу говорят мудрецы, что иногда лучше сказать мало, но сделать больше и лучше обещанного, чем наоборот сказать много, но не сделать ничего. Поэтому прямо сейчас мы уже приступаем к реализации сказанного тут. И, конечно, всеми силами постараемся пойти именно по пути объединения добра и мудрости, чтобы сделать этот мир светлее и счастливее. И, надеюсь, вы нам в этом также поможете. Причем как в рамках данного обучающего проекта, так и просто помогая окружающим в своей реальной жизни. Друзья, давайте причинять друг другу и этому миру мудрое добро вместе. Всем бобра и побольше! Это, конечно же, шутка, друзья, ведь мудрецы тоже любят шутить. Без этого никак, если вы, конечно, решили стать не только умными, а еще и счастливыми, чего мы вам, кстати, желаем и настоятельно рекомендуем. Всем счастья, добра и мудрости, друзья! И да пребудет с вами сила света и знания! Но на этом еще не конец, вернее, все только начинается. Большая просьба именно к тебе лично. Не забудь подписаться на этот канал обучения, общения и саморазвития, чтобы каждый день становиться все успешнее, осознаннее, добрее и мудрее, развиваясь вместе с нами и нашими экспертами. А главное, общаясь с огромным сообществом развивающихся в разных направлениях людей, среди которых легко сможешь найти себе по-настоящему правильных друзей со схожими интересами, которые будут тебя мотивировать к новым достижениям. Не бойся дружить, советовать и помогать другим в комментариях. И, конечно, чтобы получать оповещения о последних и самых полезных видео, рядом с подпиской необходимо нажать и на колокольчик. Также не забудь поставить лайк, если тебе понравилось видео. Напиши свое мнение или вопрос по теме, а другие зрители и наши эксперты постараются отвечать максимально быстро и развернуто, ведь мы читаем все комментарии. Поддержи нас и развивайся вместе с нами. Ну и, конечно, если ты больше любишь читать, то заходи на наш официальный сайт, портал обучения и саморазвития, где можно найти тот же материал и в печатном виде. Ссылка на эту статью на сайте будет в описании. А если у тебя есть возможность поддержать развитие проекта материально, то найдешь там же и ссылочку на пожертвование и помощь каналу. И главное, не забудь поделиться этим видео с друзьями. Давай делать больше хороших дел, распространять знания и помогать друг другу. Доброты и мудрости, к сожалению, так не хватает этому миру. А на этом будем прощаться. Рекомендую посмотреть и другие видео, в том числе на непривычные для тебя темы. Важных направлений саморазвития на самом деле очень много, поэтому мы подготовили большой набор лучших материалов, чтобы каждый мог найти нужное, а также имел возможность развиваться в разных темах, а не только зацикливаться одной, сужая тем самым свое видение, мышление и мировоззрение. Естественно, желаю тебе в любом случае мудрости, любви, успеха и всех остальных благ. Хорошего и продуктивного тебе сегодняшнего дня. А сейчас отправляйся заниматься полезными и добрыми делами в реальной жизни. Или, чтобы стать еще мудрее,
бодрее, переходи к просмотру следующего видео на автовоспроизведении или из тех, которые ты сейчас увидишь перед собой на экране. Всем добра!